Финансово-экономический блок Кабмина, подкрепленный руководством НБУ, на этой неделе в Вашингтоне. Там проходит ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка. И вроде бы это просто ритуал. Каждый год примерно одни и те же люди говорят примерно об одном и том же, хоть и в очень важных для финансового мира интерьерах. Но для таких стран, как наша, все иначе. В Вашингтоне сейчас министр финансов, первый замминистра экономики и оглавы Нацбанка. От результатов встреч украинских чиновников зависит многое. Как минимум, судьба очередного транша. А это почти 2 миллиарда долларов. Но дело не только в деньгах. Сам список требований западных кредиторов – это тоже предмет для переговоров. Летом удалось снять один из самых болезненных вопросов – земельную реформу. Ее от Украины в фонде пока не требуют. Зато хотят от нашей страны гораздо больше активности в приватизации и конкретных результатов в виде приговоров в борьбе с коррупцией. Может ли Украина получить новый транш без выполнения этих двух пунктов? Возможно, об этом тоже будут говорить в столице Соединенных Штатов. Но вот что забавно. Пока чиновники пытаются получить хоть какой-то новый кредит на Западе, мимо госбюджета проходят огромные деньги, причем внутри страны. Целые отрасли у нас процветают ведь подпольно. Например, игорный бизнес. Официально он под запретом уже 8 лет. Но вот в одном лишь Киеве за неполный нынешний год выявили уже больше 1000 нелегальных казино. А работают они по всей стране. Почему государство безнадежно проигрывает в подпольной игре? И какую прибыль может принести Украине легализация азартного бизнеса? Разбиралась Любовь Кукла. Боевик с азартным сюжетом сняли в Днепре. На днях группа активистов пошла в бой с однорукими бандитами, устроили рейд по нелегальным казино. А это видео в том же месте, но в другой час. Сейчас здесь совершенно иная картина. Компьютеры не работают. От клиентов и след простыл. Я здесь не работаю, я вам отвечаю. Вы же говорили только что, что вы начальник. Чего? Наркобизнеса или чего? Бизнес хоть и не нарко, но тоже незаконный, да и зависимость вызывает такую же. Нелегальных казино под вывесками лотереи или интернет-клубов в Днепре, как и в любом другом городе Украины, сотни. И выиграть в борьбе с ними невозможно, ведь все казино под надежной крышей. Да, приезжают полицейские, приезжают следственно-оперативные группы, изымают. Но на следующий день аппаратура вся возвращается обратно. Каким способом, для нас это остается покрыто тайным мраком. Но у нас есть предположение и некоторая информация, что недобросовестные сотрудники полиции за некоторое вознаграждение возвращают обратно всю технику игровую. А это оперативка из Закарпатья. Там за крышевание игорного бизнеса задержали местного прокурора. После чего генпрокурор Юрий Луценко заявил, азартные игры нужно легализировать. Все, кто хочет заниматься гральным бизнесом, прошу до лицензии. Я не против, на самом деле, такого виду бизнеса. Але, будь ласка, лицензию, податки, официальные звіти в Минфину. Іншого не можна допустити. Я не буду закривати очі і іншим не дам на функціонування гральних закладів поза законом. Но пока основная игра идет как раз вне правил, а украинские правоохранители живут широко закрытыми глазами уже почти 10 лет. Ведь азартный бизнес в стране запретили еще в 2009-м. Но игру никто не остановил, просто все расклады успешно перевели в тень. И у игорной мафии на руках Royal Flash. Всем ли закон писан, мы решили проверить лично. И для полноты образа я даже сменила имидж. И вместе с коллегой под видом двух подруг отправляемся попытать удачу и сорвать куш. Здесь приглашают поиграть в лотерею, но на столах обычные компьютеры, а на экранах барабаны одноруких бандитов. Мы все снимаем на мобильной, открытой камере тут были бы, мягко говоря, не рады. Мне, к сожалению, подфартило не сразу, чтобы поиграть требуют документы. Поиграть хотели, документы. Нужно показывать? Что-то не тянешь. А там не жизнь 18. Ну, у нас просто руководство заставляет просить документы. С тобой нет, к сожалению. В результате, верят на слово, и я в игре. Пошло, пошло, пошло. Наташка, мы сегодня с тобой будем просто миллионерами, смотри. Угу, в копейках. Но в итоге мы в проигрыше, а подпольное казино в выигрыше. Как видим, подобные горные заведения буквально на каждом шагу. Вот одно, а вот сразу же второе. И несмотря на конкуренцию, казино работают и даже очень успешно. Не себе в убыток.
Но эти игры для простых смертных, для богатых VIP-игроков открыты двери настоящих подпольных казино с зеленым сукном, покером и блэкджеком. Попасть в круг избранных, правда, сложно, ведь там своих клиентов знают в лицо. Несмотря на запреты, продолжают работать и букмекерские конторы, но свои офисы из реала они успешно перевели в виртуал. Но чаще всего попытать удачу предлагают именно в интернете, так называемые легкие деньги. Делаешь ставки, получаешь выигрыш, даже не выходя из дому. Дорогие VIP-казино в подполье, замаскированные однорукие бандиты в спальных районах или интернет-букмекеры. Пока они в безусловном выигрыше, ведь все их доходы текут мимо государственной кассы, в карманы игорных королей. Только от возобновления деятельности казино бюджет бы получил бы около 2 миллиардов гривен в год. К игорному бизнесу в мире подходят по-разному. Под полным запретом азарт в арабских странах. В консервативном Китае казино работают только в районе Макао, который называют азиатским Вегасом. А вот в Канаде, Греции и Швеции можно играть где душа угодно. А Монако, благодаря казино Монте-Карло, почти полностью наполняет бюджет. В Верховной Раде есть законопроект о легализации игорного бизнеса. Ведь это неплохой способ наполнить казну. Но пока украинские политики игру не начинают. Любовь Кукла, Сергей Дубинин, Елена Миндалюк и Евгений Кодинцов. Подробности недели. Телеканал «Интер».